Здравствуйте. И вторая серия нашего рождественского эпизода. Так, мы быстренько пройдем мимо этих пинки, если они нам позволят. Потому что дальше есть оружие получше. Как раз таки для них. Так, вот супер дробовик, синий ключ мы пока не берем. Потом увидите почему. Пока что мы пропишем каждому из обоих стволов. Отлично. Ну и как видите, этот эпизод уже более рождественский. Тут вот эгнок лежит в виде аптечки, елочки, много елочек. Ну и вот такой вот милый снежок падает за окнами. Ну, правда, симпатичный. Тем не менее, для продолжения нужен синий ключ, и он охраняется мангубом. Никаких проблем. Дальше мы проходим сюда, устраняем вот этих неудачников. Бахнем еще игнога. Так. Этих ребят заранее расстреляем. Они могут принести неприятности чуть позже. Давайте зачистим здесь все действительно. Прежде чем двигаться дальше. И подвигаться дальше, я подразумеваю некоторые махинации в этой комнате. Отлично. Итак. Первый уровень был довольно простым, как вы можете помнить. Но этот, по сути, кидает на нас практически все, что есть. Видите, бароны? Теперь смотрите сюда. Второй уровень, ребята. То есть от Арчвайла избавились, их мы просто стреляем ракетами. Ничего страшного. Тем не менее, второй уровень. Так, тут где-то еще должны были быть ракеты. Вот здесь вот. Ракетами тут все-таки веселее орудовать. Тебя мы забьем. Отлично. Так, остались символы в этой яме. Чего? Кто это был? Там что? А, это ты. Так. Берем здесь вот эти вкусняхи. Могут пригодиться. Что сломалось? А, это секрет. В кавычках секрет. Сейчас покажу. То есть мы взяли желтый ключ. И мы можем открыть вот этот секрет. Это просто... Я не знаю, для чего это просто шорткат какой-то, наверное. Но мы можем этих монстров стравить друг с другом. Наверное, это полезно. Ну ладно, достаточно. Давайте просто дойдем туда и убьем их всех. Там ведь дают БФГ. Так, без лишних осторожностей. Просто напролом. Нам ничего не страшно. Мы почти полностью здоровы. И, да, все на месте. Все убито и все найдено. Да, это уже более такая рождественская, более праздничная карта именно. Ну, немножко елочек наставили, как бы... И, наверное, да, наверное, это хорошо. Немножко елочек, немножко эгнога, который у нас Google Mogul называется, не суть. И снежочек, и все заработает, да, все здорово. Ну, еще миллиард скелетов, как бы, арчвайлов, манкубов, баронов, это же все так празднично. Тем не менее, да, бой вот в той, на той арене достаточно веселый. Ну и неожиданный немножко для второго уровня, особенно учитывая, насколько тривиальным был первый. То есть первый был вообще просто, ну... Никаким абсолютно по сложности. По-моему, даже... Не знаю, наверное, легче, чем Е1М1 в первом думе. Но тем не менее, да. А, как я уже говорил, в этом
комплекте уровней есть некоторые моменты, которые там радуют чисто геймплейно. Некоторые, да. Но вы все увидите дальше. А на текущий момент спасибо большое за просмотр и всего доброго!